Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с начальником управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны в ПФО Ринатом Гильмутдиновым. Они обсудили социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в регионе. Глава Чувашии поблагодарил за эффективное взаимодействие в части изучения вопросов, интересующих жителей республики. Ринат Гильмутдинов, в свою очередь, подчеркнул, что в Чувашии сохраняется стабильная общественно-политическая обстановка. Вы патриот своего народа, трепетно относитесь спасибо всему то, что здесь происходит.